Солнце встает, и как-то раз Мулли Мек вместе с собакой Буфой отправились на озеро, чтобы устроить пикник. На озеро они пришли в полдень, когда солнце было уже высоко в небе. Мулли лежал на траве, смотрел в небо и, как всегда, размышлял о всяких механизмах. «А ведь когда-то люди могли определить время только по солнцу», — подумал Мулли. «Наверное, солнечные часы были не очень удобные. Ведь узнать, сколько время, можно было только в хорошую погоду», — решил Мулли. «Интересно, а Буфа знает, для чего нужны часы?» — задумался он. Мулли вспомнил, что когда он был совсем маленьким, он тоже не понимал, что показывают эти странные штуки. Но однажды он во всем разобрался. С тех пор он знал, во сколько начнутся его любимые мультфильмы. Сколько времени осталось до того, как придут друзья в гости? Когда пора погулять с собакой? И когда ее покормить? «Сейчас я расскажу тебе про время», — решил Мулли. «А потом мы вместе соберем настоящие часы. У нас в гараже обязательно найдутся подходящие детали». Солнце встает и начинается новый день. А что такое день? Как мы обычно проводим свое время днем? Давай посмотрим. Пора вставать. Ведь не хочется проспать весь день. Пока мы завтракали, солнце поднялось еще выше. А значит, часть дня уже позади. Пока мы что-то делаем, день проходит, а вместе с ним и время. Весело гулять с собакой. В такие моменты время пролетает незаметно. Как думаешь, время проходит, пока мы помогаем маме готовить? На улице уже вечер. Значит, пора ужинать. Время похоже на течение реки. Вода течет и днем, и ночью. Даже когда мы спим, время все равно не останавливается. Ночь пройдет, и настанет новый день. Как думаешь, сколько времени мы обычно спим? Однажды люди решили, что время нужно измерять. Ведь если знаешь, сколько сейчас времени, можно договориться о встрече, понять, сколько времени осталось до темноты и когда пора отправляться в путь. Так появились первые часы. Конечно, время можно было бы измерять в днях, но ведь целый день — это довольно долго. День разделили на несколько кусочков, и каждый такой кусочек называется час. А что можно успеть за час? Да много чего! Вместе с часом появилась и часовая стрелка, которая постоянно крутится, пока идет время. Если часы исправны, конечно. Попробуй покрутить стрелку и посмотри, когда солнце поднимется снова. Ага, стрелка прошла целый круг, но новый день пока не наступил. А вот и солнышко. Значит, чтобы наступил новый день, стрелка должна пройти два круга.
Ну что, давай соберем настоящие часы. Этот круг называется циферблат, потому что на нем есть цифры. Цифры нужны, чтобы обозначить часы. А теперь давай вместе соберем циферблат. Смотри-ка, кажется, мышонок хочет, чтобы мы поставили часовую стрелку. Часовая стрелка указывает на цифру на часовом циферблате и показывает, который сейчас час. Куда сейчас указывает часовая стрелка? Отлично, а сейчас? У тебя получается! Точно! Абсолютно верно. То, что нужно. А это минутный циферблат. Давай установим и его. Давай поставим минутную стрелку. Минутная стрелка смотрит на свой циферблат, а часовая на свой. О, кажется, я не сказал тебе, что такое минута. Минута — это гораздо меньше, чем час. В одном часе целых 60 минут. За одну минуту можно успеть почистить зубы. Но вообще их лучше чистить минуты 3. Попробуй покрутить минутную стрелку. Смотри, прошло 30 минут. Или половина часа. Обе стрелки измеряют одно и то же время, но по минутной стрелке можно сказать, сколько сейчас времени, гораздо точнее. Сейчас часы показывают 12 часов 30 минут. Давай покрутим еще. На сколько минут указывает минутная стрелка? Отлично! А сейчас? Хорошо! Правильно! Абсолютно верно! Точно! Куда сейчас указывает часовая стрелка? А сколько минут? Отлично! Значит, часы показывают 3 часа 10 минут. Ты уже почти все знаешь. Давай еще немного потренируемся. Сколько времени сейчас на часах? Правильно, 3 часа 30 минут. Смотри, часовая стрелка уже совсем близко к 4, а минутная показывает 50 минут. Четвертый час еще не прошел целиком. Правильно! У тебя получается. Точно. Правильно. Теперь наоборот. Смотри, что показывают электронные часы. Час 15, а на часах со стрелками совсем другое время. Давай поставим стрелки правильно. А теперь проверим ответ. То, что нужно. Ну что, давай проверим, как у тебя получается. Правильно! Посмотри на подсказку.
тебя получается. Правильно! Точно! Немного не точно. Молодец! Вот это да! Так быстро совсем справляешься? Ну что, самое время потренироваться. Отлично! А сейчас? Точно! Хорошо! Точно! То, что нужно! У тебя получается! Правильно! Хорошо! У тебя получается! Правильно! Абсолютно верно! Точно! Хорошо! У тебя получается! Правильно! Точно! Смотри, Буффати! Правильно! У тебя получается! Хорошо! То, что нужно! Правильно! У тебя получается!